Привет, молодчина, что подписалась на мой канал. И это заодно. Так, давай-ка по-быстрому. Значит, пена для ванн. Ее много. В моем я люблю ванну принимать. У меня напор слабый, поэтому пена для ванн у меня, любая пена, бесполезна. Всякая обычно. Фаберлик, там Баберлик. Дорогие. Вот, а я решил попробовать дешевую, которую не жалко, за 47 рублей. Вот, ее можно наливать по полстакана. Может, будет какая-то пена. Посмотрим. Так, ну, давайте сложим пока. Так, вот такие вот камешки. Это декоративные камешки. Используются в качестве наполнения для вас, цветочных горшков, декорирует интерьер, творчество и так далее. Короче, сам придумал для чего. Я их увидел и сразу придумал. И такие вот камешки мне попались. Они такие большие, крупные, похожи на что? На что они похожи? Ну давай, ну не ленись, скажи. Я же тебя услышу, смотри какой большой. Похожи они на эти для льда. Не для льда, как мне. Лед для охлаждения. Фух. Блин, да как же он называется? Ну, короче, лед, который кидают в напитки, чтобы его охладить. Я видел что-то подобное на Алиэкспресс. Они были из камня и из металла. Посмотрим, ну, стекло. У стекла теплопроводность не очень. Но мы посмотрим. Я попробую. И если не поленюсь, под видео там где-нибудь в комментариях напишу, как эти камешки себя ведут. Так. О-оу. Вот такая штука, которую я не открывал, она сама почему-то открылась. Называется поглотитель запаха. Чем пахнет? Ничем. Серьезно. Вот у меня ничем не пахнет, у тебя ничем не пахнет. Это первый в мире случай, когда телевидение передает запахи. Ты понимаешь? Запах пустоты. Запах ни о чем. Даже пластмасса не пахнет. Так, что там внутри, не знаю. Может, он как-то открывается. Какая-то ребристая здесь поверхность. Может, он как-то что-то с ним можно сделать. 47 рублей. А, ну понятно. Это просто маленький пакетик. Когда ты покупаешь какие-нибудь сапоги подороже из кожи, там наверняка вот такой вот лежит. Но это необычный какой-то кварц. Здесь он какой-то темный. Короче говоря, ага, чтобы он работал, надо его так перевернуть. А сам вот так вот нормально он не крутится. А нет, крутится. Значит, можно его так взвести. Но не знаю, в принципе, и ни на что его не приклеить. Короче говоря, это ересь, это не нужно. Просто берешь пакетик в коробке с твоими сапогами и этот пакетик кладешь в холодильник, все, или в автомобиль, или для дома. Короче, не рекомендую, 47 рублей потрачены зря. Вот такая штука, 100 рублей, 111 рублей стоит. Я не знаю, что это, я не читал. Мне понравилась упаковка. Такая банка мне в хозяйстве пригодится. Она пластмассовая. Вообще они стоят дорого. Здесь, возможно, кофе. Давай посмотрим. Кофе натуральный, растворимый, сублимированный. Кофе мне пригодится. А банка супер, банка ништяк, банка мне очень даже нравится. Отсюда можно пить. И такая она плотная-приплотная. Закрывается. Ну, в принципе, закрывается, я не знаю. Я не могу сейчас взять и воды сюда налить, чтобы проверить. Надеюсь, она не потечет. Резьбы тут нет. Есть вот здесь резинка. Сделано вроде так, кантовочка все ровненько. А, вот резьба внутри. Значит, она у нас закручивается. Все ништяк. Тут, в прошлый раз я банку покупал, если
следишь за моими видео, оно там есть. Вот ту банку я не рекомендую покупать. Ну, у меня будет обзор, чего не стоит покупать. Фикс прайс или заодно. Следи. Так, значит, такие пряники. 47 рублей. Сдобыч. Называется сдобыч. Или сдобыч. Ты откуда? Я сдобыч. Пряники имбирные. Мягкие. Мягкие, как грудь у твоей бабушки. Нет, серьезно, очень мягкие. Оп. Ну, ничего, так по какой-то хлеб внутри. Просто хлеб. Ну, на вкус как пряник. Почему они такие мягкие, я не знаю. Наверное, там на 90% из разрыхлителя. Меня, в общем, пугает, что они так дешево стоят. Мука пшеничная, первый сорт, сахар, песок, патока. Наверное, песок. Сахар. Песка нет, сахара есть. Патока, масло подсолнечное, рафинированное, дезодорированное. Это плохо. Дезодорированное масло – это трансжиры. Ну, ничего, много, немножко, если позволить, могу. Ничего страшного. И готов. Или готово. Опа! Смотри, какие. Возбужденные зерна риса в сахарном сиропе. Сухие завтраки крупяные. Вот. Это еще жена Ленина пропагандировала крупяные завтраки. Ладно, вернее, ну, Ленин достал. А нам как-то не повезло. Ладно, что-то меня понесло. И это любовь моего детства. Боже, как я их любил в детстве. Вот эти штуки. И я думал, одна за 47, думал, что-то они обнаглели дорого. Но нет, 5 за 47, я думаю, вполне так. Ну, по 10 рублей, примерно по 10 рублей получается каждая. Так они и стоят в магните. Ну, в принципе, вот так вот. Можно в магните взять, можно здесь. Фикс прайсе, либо заодно. Я их очень люблю. Вот, и все, что могу сказать. Мыло. Карен Бьюти. Заклеено как-то грубовато. Видно, производство не очень. Хотя, может, его откуда-то везут, уже там упаковывают, где-то в другом месте. Я как-то вот как-то... Вот это я помню в Сочи с мамой в детстве очень любил. Там продавали такие по рублю, такие брикетики. Я их просто обожал, готов был на них душу отдать. И я помню, такие маленькие мыло давали в бане. Там была такая баня, там давали такие мыло, такие маленькие. Я обожал такие маленькие мыло. Но это тоже такое маленькое мыло. Оно какое-то... Похоже на какую-то свечку, я не знаю, на ощупь. Какое-то вот такое оно... мягкая, как будто вот так вот его трешь, и оно начинает это, видишь, осыпаться, не каменное, как обычно. Наверное, это плохо, я не знаю. Ну, потому что мыло дешевое, здоровый кусок за 47 рублей, это, скорее всего, означает, что оно некачественное. Запах есть, как такой ароматец, чего не знаю. Тут написано, что-то нарисовано, мандарин и белый чай. Ну, не знаю, пахнет мылом и еще чем-то. Чем-то таким ароматизатором каким-то, в общем. Все так просто. Это ничего сложного, просто мне нужно мыло, которое не жалко. Абсолютно любое мыло, даже хозяйственное, пойдет. Мыть руки, ноги. Все такое. Вот. А то у меня, я посмотрел, у меня много мыла, дорогого. Мне там мама приносит. Вот. Дорогое мыло, а... На руки мне как-то жалко. Для лица, все для лица, там какие-то с кремами для лица. Дорогие мыла, а как-то руки мыть ими. Вот, жалко. И я вот купил такие. И они прикольные, они маленькие, раз-раз. И мягкие. Вот, наверное, буду всегда такие брать. Ты знаешь, вот скорее всего. Так, ну и про запас. Бальзам для рук и тела. Грубо говоря, это крем. Я уже испытывал, нормальная штука. Протираешь руки. И они не так сохнут. И все классно. После мытья посуды вообще классно. У меня такой стоит возле посуды. Помыл посуду и руки смазал этой хренотенью. Очень даже круто.
Так, и значит, Dentalux, тоже какая-то мимикрия под какой-то бренд, не помню, как под Локолют, наверное, да? Ну, поправь меня, очень похоже, по крайней мере. Так, аккумулятор садится, надо быстрее говорить. Значит, я им, конечно, пахнет как обычный ополаскиватель, кстати, какой-нибудь колгейтовский. Я им, значит, что буду делать? Я в эту штуку открываю периодически и запихиваю туда щетку зубную, ну так, на ночь. И она там отстаивается, и умирают всякие микробы, я надеюсь. Вот, ну, обычно покупаю недорогие, потому что это не для рта, это так, для дезинфекции. 47 рублей стоит, значит, и хлоргексидин туда же, наверное, добавлю. А может, из хлоргексидина сделаю какую-то смесь. Ну, это, по крайней мере, действительно убивает много-много бактерий. Из всех, что я читал, самый убийственный для всяких там бактерий — это йод, а хлоргексидин идет на каком-то там, ну, в пятерку входит по убийцам. Вот. И вот такая зажигалка от Че Гевара. У меня приходит папа, частенько любит покурить. Вот, много курит. И вечно жалуется, что нет зажигалки под рукой. Я ему вот на кухне положу такую Че Гевара. Круто. Че Гевара — это круто. Вот. И смотрится любая фигня с Че Геварой, смотрится круто. Ну, и цвета там были разные, мне все понравились. Все абсолютно. Но я все-таки взял красный, потому что, ну, красный, пролетарский цвет, все такое. Ну и то, что я отложил, это карандаши, это для работы. Я часто покупаю карандаши, мне нужны карандаши с резинками. Нарисовал, стер. Вот, частенько они теряются, ломаются быстро, потому что в кармане ношу, быстро приходится их постоянно точить. Они ломаются, там грифеля у них отламываются. Это 47 рублей, нормально. Вот. Ну, писали, чтобы на бумаге больше ничего от них не требуется, не обязательно покупать кухинор дорогой, ну, такой сойдет обычный, да? Мне просто пометки делать, ничего там рисовать я не буду. И вот такие уже 111 рублей. Что мне понравилось, здесь есть колпачки, и здесь есть накладные такие резиночки. Давай их вскроем. Мне интересно, можно ли эту резиночку использовать в качестве колпачка. Карандаши, никаких надписей, какой-то, наверное, HB, твердо мягкий. Резинка как попала, она быстро отвалится. Так, и можно ли вот этот вот, ну, в принципе, можно, ну, можно так с собой носить. Колпачок одевается очень даже уверенно, просто так не снимешь. Это круто, это очень дешево, но тем не менее оно все работает. Вот эту можно, я думаю, использовать вместо колпачка, если карандаш заточить не очень остро, а так тупенько, такую коротенькую сделать ему, но чтоб писал при этом. И можно вот эту использовать в качестве колпачка, потом снял и вот так. Карандаши я ношу в заднем кармане, один обычный карандаш, и отпиливаю вот так где-то, чтобы у меня в заднем кармане нормально помещался. Вот, так, колпачок с этой стороны тоже ставится. Фу. Так, вроде все. Давай быстренько пробежимся по чеку. Если не хочешь слушать мой неприятный голос, можешь на паузу поставить пока. И я надеюсь, будет видно. Так, давай вот так. Так. Рис воздушный 5 штук, 47 рублей. Пряники сырцовые, глазированные. Помнишь их, да? 47 рублей. Кофе сублимированный. Драйв о таракан стакан 80 грамм. В ассортименте 111 рублей. Набор карандашей, ластиков. Только что обсуждали. Все, потерялся. О! И точилок. 81 рубль. Они недорогие, оказывается. Карандаши 8 штук. 47 рублей. Вот они. Так, и... Поглотитель запаха 23,50, слава богу, он не 47. Значит, я влетел на 23 рубля 50 копеек. Ну, в принципе, я его использую, ничего страшного. Ополаскиватель для полости рта, вот этот вот жуткий
47 рублей, 100 мл в нем. Санамед хлоргексидин 23,50. Зажигалка 47. Органик бьюти, бальзам для рук 47 рублей. Прикинь, 47 рублей. Во! 300 мл крема. Это больше, чем стакан. 47 рублей всего лишь. Туалетное мыло 47 рублей. Смотри, сколько мыла. Мне он на месяц. На полгода, наверное, хватит, я не знаю. Так, зажигалка, ля-ля-ля. Ну, туалетная. Пена. Пена, короче, для ванн. 47 рублей. Целая большая бутылка пены для ванн. 47 рублей всего лишь. Камешки декоративные 47 рублей. Дико активные. Фу, ну все, обзор на этом, пожалуй, сворачиваюсь. Тут сейчас аккумулятор сядет, как всегда, внезапно. Вот. 660, почти 106 рублей потрачено. Я у кассы переживал, думал, там за 1000 уже убежал. И такой был сюрприз. 662, мне говорит, о, отлично. Но это, вот это, пожалуй, самое лучшее из всего. Вообще тут все хорошо, кроме дурацкого поглотителя запаха. Так все, в принципе, всему рад, все купил правильно, ни на что не потратился просто так, потому что, о, увидел, взял, купил, все нужное, все пригодится, ничего не будет валяться. Карандашами запасся вообще, наверное, на год или на два. Кто ходил, покупал по одному карандашу, и он где-то теряется постоянно. Сейчас их будет вот. Все. Не отмажешься. Так, ну на этом, пожалуй, давай. Жди новых. До новых встреч. Жди новых видео. Они будут. Не важно, что у меня нет просмотров. Все равно буду снимать. Потому что мне нравится болтать с тобой. Все.